Жизнь любого из нас состоит из определенных этапов. Будь то юбилеи, крупные семейные события, продвижение по карьерной лестнице и другие важные вехи, по которым мы оцениваем свой жизненный путь. Также и в деятельности политиков, управленцев. Как известно, у них тоже существуют определенные рубежи. Например, первые 100 дней на руководящем посту, первый год и первая пятилетка, когда принято подводить промежуточные итоги их работы. 2 марта 2016 года, ровно 5 лет назад, президент России своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Игоря Руденю. Этому назначению предшествовало серьезное ухудшение социально-экономического положения в регионе, связанное с огромным долгом регионального бюджета перед федеральным, а также перед естественными монополиями. К этому можно добавить снижение темпов роста экономики, ухудшение медицинского обслуживания, рост уровня безработицы, общее падение уровня жизни населения. Это привело Тверскую область на предпоследнее место в рейтинге среди 85 субъектов страны, по данным журнала «Эксперт». И надо заметить, что такое незавидное положение региона сложилось при его крайне выгодном географическом расположении между двумя крупнейшими мегаполисами – Москвой и Санкт-Петербургом, а также при наличии мощного научного промышленного потенциала, богатых природных ресурсах. Это не могло не отразиться на настроениях населения. Многие, в первую очередь наиболее профессионально подготовленные и востребованные на рынке труда тверичане, начали уезжать из региона, потеряв веру и надежду на то, что что-то можно изменить к лучшему в нем. В сегодняшней программе мы решили вспомнить, каким было Верхневолжье 5 лет назад и как оно изменилось за минувшие 5 лет. Мы постарались, чтобы наш материал не был сухим отчетом о деятельности региональной власти за минувшие годы, а скорее стал обзором основных событий, которые так или иначе отразились на жизни нашего региона, его населения. В 2016 году, ввиду ухудшения социально-экономической ситуации в Тверской области, президент России Владимир Путин принял решение сменить главу региона и назначил Игоря Руденю временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Надо сказать, что до прихода в регион новый руководитель практически не был известен в Верхневолжье. Для всех его назначение было неожиданным кадровым решением президента. Впрочем, и очереди из желающих возглавить депрессивный регион явно не наблюдалось. Да и должность губернатора для предшественников Игоря Рудени, как известно, не стала очередной ступенькой в их карьере. Поэтому вместо поздравлений с назначением на ответственный и высокий пост, скорее впору было посочувствовать ему, так как его положение было сродни известному слогану ролика страховой компании «Росна» – «Ты попал». Ведь возглавить такую проблемную территорию означало не почивать на лаврах, а наоборот – обречь себя на тяжелую работу, на которую у тебя не будет ни покоя, ни права на ошибку. Но Игорь Руденя принял этот вызов. Это стало для него своеобразным тестом уровня его профессионализма и личных деловых качеств, которые у него, несомненно, были накоплены в результате многолетней работы на руководящих постах в крупных государственных структурах и в бизнесе. Правда, это ничуть не уменьшало масштабов стоящих перед ним задач. Сегодня многие тверичане уже начали забывать, какие проблемы не сходили с повестки дня в Твери и регионе 5 лет назад. А это постоянные прорывы коммунальных сетей, практически полный дорожный коллапс после обильных снегопадов, нехватка специалистов в медучреждениях, а еще проблемы с качеством воды, разбитыми дорогами, общественным транспортом, и этот список можно продолжать долго. Все это не решалось и копилось десятилетиями. Сегодня многие из них в значительной степени решены. Разумеется, это произошло не само по себе, а стало итогом целенаправленной работы губернатора и его команды на положительный результат. Свет в кабинете главы региона горел даже за полночь. Работа не прекращалась ни в праздники, ни в выходные. Губернатор вникал во все нюансы жизни на вверенной ему территории. Тверичане еще помнят его выезды на место ликвидации коммунальных аварий, где он лично руководил восстановительными работами на теплосетях. Многие думали, что надолго его не хватит, что это лишь первое рвение, и оно пройдет. Но минуло 5 лет, и стиль работы первого лица региона не изменился. Он все так же требователен и к себе, и к подчиненным, многие из которых сошли с дистанции, не выдержав такой режим работы. Мы попросили тверичан выразить свое отношение к изменениям, которые произошли. Вот что они по этому поводу говорят. Стало лучше, все заметно. Ну, как раньше сходил асфальт вместе со снегом, а сейчас видно, что асфальт на месте, качество лучше дорог. Топили хорошо. Ничего не могу пожаловаться совершенно. Раньше, например, дорожное полотно ремонтировали каждый год. Сейчас это делается реже из-за того, что качество повысилось. Теперь можно сказать о том, что качеством дорог в Твери занялись основательно.
Зима была, конечно, настоящая снежная зима с морозами. Было тепло, так что претензий никаких не имею. На ваш взгляд, за последние годы стала ли лучше холодная вода? Улучшилось ли ее качество? Да, однозначно улучшилось. У меня дома стоит фильтр с прозрачной колбой на стиральную машинку. Ну, все понимаете, да? Белые вещи стираем. И я вижу, что я реально реже начала его менять, потому что вода радует теперь. За прошедшие 5 лет Тверская область действительно совершила значительное продвижение вперед по целому ряду направлений в экономической, инвестиционной, образовательной, социальной и других сферах. Причем ряд изменений носил радикальный характер. Так правительство области вернуло под свой контроль крупнейшие региональные стратегические предприятия, в первую очередь в коммунальной и транспортной сферах. Такой подход заметно расходился с устоявшимся в сознании многих людей стереотипом, согласно которому вновь пришедший к власти высокий чиновник зачастую начинал раздавать принадлежавшие государству активы своим приближенным и тем, кому он обязан своим возвышением. Те, в свою очередь, очень хорошо на этом зарабатывали, чаще всего за счет населения, которому регулярно повышались тарифы на предоставляемые ими услуги, нередко не соответствующего качества и объема. А когда у населения возникали обоснованные претензии к работе этих предприятий, то представители власти вместо решения насущных проблем лишь заявляли, что они не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность бизнес-структур и не несут никакой ответственности за происходящее. Не исключением был и наш регион до прихода на пост губернатора Игоря Рудени, который положил этому конец. Так, в 2019 году в Тверской области по инициативе Игоря Михайловича был разработан и принят региональный закон об утверждении перечня стратегических предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью Тверской области, которые не могут быть приватизированы. В перечень вошло 7 предприятий, деятельность которых была полностью взята под контроль органов региональной власти. В их число входили Тверь спецавтохозяйство и Тверь водоканал, который был изъят у консорциума «Альфа-Групп». Сегодня, я думаю, что любой человек хочет изменений в плюс, в развитии инфраструктуры и хочет стабильности в расходах, когда это затрагивает его личный карман, его ежедневную жизнь, жизнь его семьи, повседневные направления. Я уверен, что вот консолидация в руках государственной власти, в том числе региона, коммунальных активов, будет способствовать и развитию, и контролю над финансами, и тем средствам, которые платят наши граждане за услуги, чтобы они целевым образом использовались. Конечно, принятие таких решений требует большой смелости. Ведь не секрет, что зачастую конфликты представителей власти с крупными бизнес-структурами заканчивались в лучшем случае отставкой чиновника. А здесь у одной из крупнейших олигархических структур России, какой является консорциум «Альфа-Групп», отобрали одно из ключевых предприятий из коммунальной сферы региона – «Тверь-Водоканал». На подобное решились бы немногие. Но это не про Игоря Руденю, который на своем посту работает без оглядки на кого-либо и следует русской поговорке «Если взялся за гуж, то не говори, что не дюж». Результатом работы региональной власти с этими предприятиями стало уменьшение количества аварий на инженерных коммуникациях, повышение качества предоставляемых услуг, а для населения региона были обеспечены обоснованные тарифы на коммунальные услуги и расценки на предоставляемые ими услуги. Позитивные изменения произошли и в транспортном обслуживании тверичан. Все помнят, насколько удручающей была ситуация в сфере пассажирских перевозок в нашем регионе. Крупнейшее пассажирское автотранспортное предприятие оказалось на грани банкротства, а качество перевозки пассажиров маршрутками не выдерживало никакой критики. Разработанная новая модель транспортного обслуживания населения была запущена в Твери в начале февраля 2020 года, оставив угрозу банкротства предприятия в прошлом. В результате на сегодняшний день уже полностью заменен парк автобусов, приобретено почти 500 новых машин, разработаны дополнительные маршруты, обеспечен проезд льготников, ликвидирован серый маршруточный бизнес. На очереди крупные муниципальные образования области. Этот проект поддержан и реализуется совместно с Внешэкономбанком. Транспортную реформу Верхневолжья оценили на федеральном уровне, и она уже взята за основу для других регионов. Очень отличный транспорт. Если честно, мне вообще нравится. Удобно все. Кондукторов никого нету, ни по салону не ходят, не проверяют. Просто карточку приложил и поехал. Хорошо, и ходят вовремя по расписанию. Я вот скачал по этот «Волга» себе приложение. То есть я всегда отслеживаю, где находится автобус, ну, где он едет. Вот сейчас 154-й, жду, вот он едет, уже сейчас подъедет, Хорошо вообще работает, мне нравится. Автобусы всегда чистые, приятные, водители нормальные, вежливые, без проблем.
Да и дорожное полотно претерпело коренное изменение. Его состояние перестало быть притчей во языцах для тех, кто сегодня ездит по дорогам Верхневолжья. Менее чем за год в Твери был проведен капитальный ремонт дорожного полотна на магистральных улицах. Не остались без внимания и трассы, ведущие к инвестиционным площадкам и туристическим объектам, а также магистрали, необходимые для межмуниципального сообщения. Для того, чтобы лучше представить масштабы и темпы проводимых в этой отрасли работ, мы решили прибегнуть к цифрам. Так, если в 2016 году, когда Игорь Михайлович возглавил регион, объем дорожных работ Тверской области равнялся 155 километрам, то уже в 2020 году он вырос 3,5 раза, до 540 километров. А в ближайшие 3 года планируется отремонтировать, вдумайтесь, ни много ни мало, почти 2500 километров дорог регионального и местного значения. Помимо ремонта дорог, большое внимание региональная власть уделила оптимизации схем движения автотранспорта. Для этого на территории региона строятся автомобильные развязки и мосты, что еще раз подтвердило глубокий системный подход региональной власти к решению серьезных и отнюдь непростых вопросов. Крупнейшим проектом в этой сфере, намеченным к реализации в Твери в ближайшие 3 года, станет долгожданный западный мост через Волгу, в результате чего будет снижена нагрузка на магистральные дороги Твери, а также повысится доступность медицинского кластера, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона. Проект этого моста был представлен Игорем Рудени президенту России Владимиру Путину в конце 2020 года и был им поддержан. И уже в текущем году начнется его строительство, для чего в бюджете Тверской области заложены запланированные на стройку средства в объеме 3 миллиарда рублей, а остальные средства выделит федеральный центр. Разумеется, что реализация всех планов и проектов должна базироваться на уверенном развитии экономики региона. Перечислить все, даже крупные инвестиционные проекты, реализуемые предприятиями на территории региона в различных отраслях, в одной передаче невозможно. И мы осветим только часть из них, которая может дать представление о различных подходах региональной власти в реализации их, позволяющих, в свою очередь, добиваться успеха во всестороннем и комплексном развитии территорий Верхневолжья. Одним из них стало создание на территории региона особых экономических зон. Так, в моногороде Кувшиново скоро появится первая в регионе территория опережающего социально-экономического развития. За 10 лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый общий объем инвестиций – более 15 миллиардов рублей. В агропромышленном комплексе Тверской области сейчас реализуется 17 инвестиционных проектов с объемом вложений около 58 миллиардов рублей и созданием 3500 новых рабочих мест. Что касается реального сектора экономики, то в настоящее время идет подготовка к реализации в технопарке Боровлёва-3 27 инвестиционных проектов с объемом вложений не 0,1 миллиарда рублей, что позволит создать порядка 11 тысяч рабочих мест. В реализации этих проектов будут участвовать известные компании «Славконт», «Герц», «Зибенхар» и другие крупные производители. На протяжении многих лет правительство оказывает поддержку крупным инфраструктурным проектам, имеющим экологическую направленность. Одним из них является введенный в строй современный завод «Экомаш», производящий высокотехнологичное оборудование для оснащения мусороперерабатывающих заводов, который уже поставляется в ряд регионов России. В ближайшей перспективе такой комплекс планируется создать и в Тверской области. Незабытые проектирования и ввод современных очистных сооружений. В частности, сейчас такие проекты стоимостью около миллиарда рублей реализуются в Конаковском районе, где способствуют успешной реализации масштабных проектов по развитию региональной туристической сферы на территории Завидово. Здесь создается крупнейший региональный кластер «Волжское море», в который войдут речной порт, аквапарк, детский парк, гостиницы, развлекательные центры, музейные комплексы и другие объекты туристической инфраструктуры. Общий объем внебюджетных инвестиций на период 2020-2023 годов составит 26,2 миллиарда рублей. Кроме отечественных инвесторов, свой бизнес в нашем регионе активно развивают и представители зарубежных государств. Так, всемирно известный нефтяной концерн Shell приступил к реализации в Тверской области масштабного инвестпроекта с объемом вложений порядка 6 миллиардов рублей, что даст региону, помимо сотен рабочих мест, не менее 100 миллионов рублей ежегодных дополнительных налоговых отчислений. При этом надо отметить, что этот проект осуществляется несмотря на экономические санкции, введенные в отношении нашей страны. Повышению инвестиционной привлекательности Тверской области способствовала открытость и реальная работа региональных властей.
а также развитие инженерной инфраструктуры и рост энергетического потенциала, в частности, повышение уровня газификации региона. Так, недавно правительством Тверской области и компанией «Газпром» была подписана программа развития газоснабжения нашего региона до 2025 года. В ее рамках будет обеспечено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований региона, что позволит создать новые производства и газифицировать 42 населенных пункта. Кроме этого, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, для поддержки бизнеса по инициативе губернатора Игоря Рудени была сформирована программа «Оборотный капитал». Выданные по ней льготные займы позволяют предприятиям преодолеть дефицит оборотных средств, а также обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств. Видя позитивные изменения, происходящие в регионе, тверичане все активнее из роли сторонних наблюдателей за происходящим сами деятельно начинают участвовать в обустройстве своей жизни, развитии и благоустройстве общественных пространств. Многие из них становятся участниками программ поддержки местных инициатив. И в этом их поддерживает региональная власть, выделяя все более значительные суммы на их реализацию. Так, в текущем 2021 году на эти цели предусмотрено уже более 146 миллионов рублей из областного бюджета. За прошедшие 5 лет в рамках программы поддержки местных инициатив уже создано 1248 объектов общественной инфраструктуры. Параллельно с этим идет большая работа по так называемой ревитализации городских пространств. Дословно это означает наполнение жизнью и обновление устаревших объектов городской инфраструктуры, публичных пространств. Ну вот, например, вот здесь у нас будет располагаться общественная зона. Здесь мы расположим много интересных скверов и пергол. Там будут собираться люди, общаться. В той стороне будут располагаться детские площадки. Другим примером может служить знаменитый Морозовский городок Твери, который десятилетиями считался одной из главных неразрешимых проблем Твери. Но в отличие от других руководителей нашего региона, Игорь Руденев в свойственном ему стиле предложил кардинальное решение давней тверской проблемы. Чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, по инициативе тверского губернатора жители Морозовских казарм в ближайшее время наконец-то будут переселены в новые комфортные квартиры. А на месте Морозовского городка будет создан новый центр деловой активности «Тверь-Сити». Этот проект будет реализован при поддержке государственной корпорации «Внешэкономбанк России». Ну, тоже уже сколько наша арена, комната живет. Все плотно, вовремя. Но это невозможно так жить. Конечно, надо расселить. Сколько можно? Это же не квартиры, а комнаты. Говорят, стали там строить. Вот ждем. Обещали вроде. За, только за. Но, пожалуй, одним из основных приоритетов региональной политики остается решение задач в сфере демографии. Ведь за последние 25 лет численность жителей региона сократилась практически на треть. Для исправления этой ситуации уже сделано немало важных шагов. С 2020 года по инициативе губернатора Игоря Рудени для многодетных введены субсидии на приобретение транспортных средств, освобождение от уплаты транспортного налога, ученики первых-пятых классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечиваются школьной формой. Также решаются вопросы улучшения жилищных условий. В минувшем году десятки многодетных семей Верхневолжья переехали в новые квартиры. Всего за прошедшие 12 лет жилищные условия при поддержке регионального правительства улучшили несколько сотен семей Тверской области, где подрастают трое и более детей. Для повышения эффективности и координации деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области в сфере демографической политики в нашем регионе недавно было создано Министерство демографической и семейной политики, единственное в Российской Федерации. И оно уже начало активно работать, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Важным событием для охраны здоровья юных тверичей стало строительство новой детской областной клинической больницы. Так, 15 июня 2020 года Игорь Рудени и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов заложили первый камень на месте строительства нового комплекса детской областной больницы. А сегодня уже идет активная работа по возведению корпуса здания. Позитивные сдвиги в медицинском обслуживании населения Тверской области недавно оценил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, побывавший с рабочим визитом в нашем регионе. В ходе которого он отметил, что реализованный комплексный подход к развитию регионального здравоохранения позволил провести глубокую модернизацию тверских медицинских центров, областной больницы с созданием отделения санавиации, а также проделать большую работу, связанную с улучшением региональной службы скорой помощи, выразившейся в создании единого диспетчерского центра с формированием 125 выездных бригад медиков и кардинальным обновлением спецавтотранспорта. В 2020 году его пополнили 43 новых автомобиля. В свою очередь, эти вовремя сделанные преобразования в системе регионального здравоохранения позволили тверской медицине принять эффективные меры по сдерживанию распространения пандемии коронавируса.
течение последних лет качество работы скорой помощи, безусловно, улучшилось. Большое значение в этом имеет и парк автомобилей. У нас очень часто обновляются автомобили. У нас новые, комфортные. В большинстве своем это иномарки. Это комфорт прежде всего для пациента, для бригады скорой помощи. Автомобили все укомплектованы практически новейшим оборудованием. Оно не выходит из строя, оно не ломается. Оно всегда заряжено, оно никогда не подводит. На территории региона отмечается устойчивая положительная динамика по числу излечившихся от COVID-19. Растет количество вакцинированных жителей региона. Реализуются комплексные профилактические меры, что позволяет снижать число заразившихся вирусом. Все это внушает уверенность в том, что и эта напасть будет побеждена, как это всегда было в нашей истории. В прошлом году наша страна отмечала 75-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне. Наш регион принял самое активное участие в ознаменовании подвига защитников Отечества. В регионе был открыт самый крупный в новейшей истории мемориальный комплекс – Ржевский мемориал советскому солдату, посвященный памяти воинов, павших в боях под Ржевом в 1942-43 годах в ходе Великой Отечественной войны. Это стало одним из главных событий 2020 года. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, ветераны Великой Отечественной войны. С момента открытия мемориал уже посетили более 500 тысяч человек. У меня сложилось изумительно хорошее впечатление о том, что сам президент, он с такой нежностью, добротой выступил. Он даже сказал, что на этой земле, на этом кусочке земли отдали свою жизнь или были ранены, или где-то, как и другие судьбы сложились у них. 1 300 000 человек. 1 300 000 человек. Ведь были разные мнения, где поставить этот памятник. И вот благодаря нашему руководству, благодаря нашему губернатору, нашему Игорю Михайловичу, этот памятник поставили именно в Ржеве, в той точке, где нужно было поставить его. Тверская область выполнила все обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала советскому солдату. Монумент стал местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодежи. Отдавая дань памяти героям войны, мы не забываем и о возрождении и сохранении историко-культурного и духовного наследия нашего края. Недавно открыл свои двери для посетителей отреставрированный императорский путевой дворец, в котором сейчас располагается одна из лучших картинных галерей России. Идет восстановление Спасо-Преображенского собора в Твери. Окончание строительных работ планируется к лету 2021 года. На освящение собора приглашен патриарх Московский всея Руси Кирилл, который ранее отслужил божественную литургию на 350-летии Нило-Столобенской пустыни и провел праздничное богослужение в Новоторском монастыре города Торжка. Несмотря на колоссальный объем работы, уже проделанной правительством Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей, для того, чтобы приблизиться к уровню жизни населения соседнего столичного региона, предстоит еще очень многое сделать. Но набранный темп и динамика положительных изменений внушают обоснованный оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Важным шагом в сближении наших регионов стало введение в строй скоростной автомагистрали М-11 и запуск высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка». На недавней встрече с президентом России в декабре 2020 года Игорь Руденя доложил Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в возглавляемом им регионе и озвучил проекты, которые планируются к реализации до 2025 года, затрагивающие различные аспекты жизни нашего региона и позволяющие обеспечить дальнейшее динамичное развитие Верхневолжья. Президент положительно оценил работу тверского губернатора и обещал и в дальнейшем оказывать поддержку в реализации намеченных проектов. Такое доверие главы государства к проводимой губернатором Игорем Руденей политике дорогого стоит. Но при этом надо признаться, что оно заслужено реальными делами во благо Тверского края и его жителей.